А вот и Герда, блондинка наша. Это что? Ой, это дети. Чуть-чуть в сторонку. Ой. Угу, вот, все. Дама пришла. Что за дама, я не вижу. Ой, Гекки сразу вот с трубой. Гек. Красиво смотрится. На закате солнце. Горы. И львы. Да, темно, закат солнца. Такая живописная картина. Там то ли любовь, то ли еще что. А ну мы сейчас попробуем подойти поближе. Ой, Кай, какой же ты красивый. Да. Представляете, какая красота вечером в парке. Сейчас, кто там у нас? Не хочется выключать камеру. Сейчас мы попробуем подойти поближе. Видите, какая красота? Небо какое здесь. Почему-то в Тайгане особенно. Вот. Это кто у нас здесь? Вот, красавчики. Даже они путь держат. Вот. Их было трое. Ах ты. Красавчик. Вот Каюшка. Сейчас мы мордашки покажем. И что-то наблюдают. Грива у Кая темнее. Смотрите, на вольных хлебах сова не так. Ну и куда? Кай. Он полностью освоился в саванне, как будто он всегда был здесь. Что мне это очень нравится. Кай, ты, наверное, сюда еще не ходил, ты не знаешь, где переход туда, да? Там правее заканчивается ограждение. Чипа знает. Вот у нас. Ты. Да чего ж хорош. Красив. Представляете, вот такая вот ночной сафари, вечерний. В Крыму позднее наступает темнота. Вот Кай, Лё. Сейчас. Я там кого-то белого. Ага. Вот. Все, сейчас я вам покажу. Я вот носки. А это, наверное, скорее всего, Дейл, потому что если я не приду, потому что очень далеко. Вот. Представляете, какие просторы сафари. Саванны. И это только одна
Я не знаю даже, как ее назвать, какая часть. Ага, вот. Мы идем. Это Дейл. Угу. Я в другом конце совершенно сафари. Вот там, видите, колесо обозрения. Бог знает, где еще посетители такие же гуляют. Вот представляете, вон где Каюшка остался. А вот он Дейлик. Он, наверное, идет к Чути-Гете, да? Да, это Дейл. А мы сейчас посмотрим. Я могу и ошибиться, кто это. Сейчас нам нужно с мосечки подойти поближе. Идти! Ну, покажи свою мордаху. Да, точно он идет, наверное. А, тут забор. Все, я поняла. Он просто пропустил дырку. Вот он идет. А здесь у нас кто? Скорее всего, Чуки, наверное. Кто у нас здесь? Или Геки? А, Геки, по-моему. Ну, извините. Просто очень темно. Для съемки. Вот, представляете? Вот. И это еще не конец саванны. Вот, представляете, какое, где я. Вот, смотрите, вон парк Львов Тайган написано, так там еще саванна. Так, а где он? Я потеряла. А, вон он под носками. Ух ты мой, красивый. Ух ты. Сладенький мой. Узнаете, друзья, кто это? Узнаете? Это Олежка. А я в темноте бежала, со спины не рассмотрела. Вот Олежка обычно вот там, а это вон вот сюда пришел. И очень хорошо, что здесь забор. И Дейлик сюда не может просочиться. Да, мальчик мой. Но там Чуки-Геки были. У них излюбленное место после выпуска. Вот за этим бугром, в елках. А здесь Олежка. Ты мой сладенький, любимый. Наш гламурный Олежка. Такая экстремальная ночная съемка. Только сверчки. Сейчас посмотрим, может, еще кого увидим. Ну, пока вот так.
Да.